Следующая остановка – ратуша. Я сейчас в метро. Буду через 10 минут. Два лица. Релиз сайта gaytracker.ru. Черт, ты можешь хотя бы раз помолчать и послушать меня? На? Ты такой робкий. Выглядишь очень скромно на своих фотографиях. Бог ты мой, больше газу, набирайте. Из-за этой сраной потери мяча мы проиграли всю игру. Эй, не все так страшно. Это пока твой единственный профуканный пас. Вчерашняя ночь была отличной. С удовольствием увижу тебя снова. От кого эти СМС? Колись. Или у тебя уже новая, жеребец? Или это уже ничего не значит? Нет, это совсем другое. Не сейчас, давай завтра поговорим. Йонатан? Сам ты понимаешь, что сегодня ничего не получилось? Да. Знаешь, это для меня много значит, что ты сегодня снова, последний раз, что ты меня ждала. Сегодня был последний раз. Как это? Я думал, мы... Стоп. Именно ты сказал, что я должна приходить на твои тренировки, твои чертовы игры. Продолжай делать вид, что все в порядке. Ханна, не здесь. А где еще? В школе? У тебя дома? Я хочу сначала все понять. Я не верю. Ты хочешь? Ты даже не представляешь, на что я иду ради тебя. Или? Привет, Ханна. Привет, Ларс. У тебя все хорошо? Уверена? Да. Все в порядке. Окей.
Может быть, скоро увидимся снова. Послезавтра снова придешь на тренировку? Тогда пока. До послезавтра. Пока. Черт, ты же не сказал ей всего? А как же? Но она ожидала от меня большего, говорю тебе. Ты совсем чокнутый, чувак. Но в постель ты ее все равно не затащил. Ты не планируешь ходить под парусом этим летом? Нет. А твой дядя? Он сильно занят. Жаль. А Ханна? Про это СМС. Ты ведь хотел мне... Что? Про твою измену, Ханне. Когда ты был с другой? Хунер. Ничего не было, окей? Ничего не получилось. Она красива, но ничего не было. Ты встретил клевую тёлку и ничего не сказал мне? Да там не было ничего, о чем можно было рассказывать. Ну а разве с тобой никогда не случалось, что ты на вечеринке с классной... Вообще-то нет. Ханна в курсе? Хунер. Ханна ни о чем не знает. Это значит, потому что ничего нет, о чем она должна знать. Все не так, как ты думаешь, Марк. А как? Если у тебя или Ханны будут проблемы, то я буду знать, кто меня нервирует. Но я не это имел в виду. Мне уже холодно, давай продолжим. Нет, у меня сегодня еще дела. Ладно, и что это теперь значит? Продолжай без меня. Как хочешь. Увидимся еще. Привет, Йонатан. У тебя есть время и желание сегодня вечером? Никлас. Ты уже расстегнул кофту? Мы идем чего-нибудь выпить. Привет, Клаус. Все в порядке, дружище? Вот и отлично. Ты часто сюда ходишь? И как я могу сегодня вас обслужить? Профессионально, Клаус. Профессионально. Ах так.
Итак, перейдем к самому важному вопросу вечера. Как зовут твоего друга? Йонатан. Ах, и чем занимаешься, Йонатан, если имею право спросить? Йонатан, он, малыш совсем большой, он может и сам ответить. Я играю в футбол в Бундеслиге, U19. Я сам был несколько лет в клубе, но U19 — мой респект. Возможно, мы могли бы увидеться. Ты мог бы научить старую перечницу паре приемов. Да, можно было бы организовать. Итак, что вам принести? Два пива. Хорошо. Футбол? Что? А совсем не похоже. Пожалуйста. Ник. Ты уже кому-нибудь рассказывал? Ты голубой, Йонатан. До тебя совсем не доходит? Ты и футбол. Тебе знакомо, когда... Есть у тебя в жизни одно дело, которое тебе настолько важно, что двигает тебя вперед, заставляет жить. Я имею в виду чувства во время игры. Щекот нервов. Это постоянное вперед и назад, когда начинает игру, и когда занимает определенное место. Первые шаги по полю. Где они дружат. Это единство. Все только ради футбола. И все это на маленьком зеленом газоне. Я... Понимаешь? Футбол — это просто моя жизнь. И я не могу. Я просто не могу без него. Ты можешь это понять? Знает ли кто-нибудь из вас, что значит команда? Команда — это когда работают сообща, держатся вместе. И мне противно, когда я должен смотреть, как вы играете. И сегодня докажите, что вы единое целое. А именно на этом поле. Свободны.
Что это значит, пидор? Я не пидор. Смотри, куда прешь. Стоп, эй, вы двое. Ничего не случилось. На сегодня все, закончили. Йонатан. Йонатан, что случилось? Никто не знает, что нашло на Йонатана. Нам пидоров в команде не надо. Йонатан, сейчас. Нам нужно поговорить. Мы говорим. Ты уже все сказала. Ты все рассказала Ларсу. Что я сказала Ларсу? Я вас видел. Это совсем другое. Ларсу я случайно... Он только хотел знать. Чертова лгунья. Йонатан, послушай. Ты сломала мне жизнь. Да послушай ты меня. Я всегда молчала. Ты? Я клянусь, я никому не сказала ни слова. Ты даже не представляешь, что это было для меня. Я всегда была тебе верна. Но другие откуда? Как они узнали? Еще раз скажи это, придурок. У меня нет слова, чтобы описать этого любителя членов. Йонатан любит члены. Заткнись, Том, ты задрот. Вы говорите, что он голубой? А как же это правда? Я не удивлюсь, если Йонатан уже подкатывал к тебе. Йонатан, скажи же им наконец, что ты гей. Я думаю, что я должен бросить. Я хочу уйти из команды. Но я этого не хочу. Я думаю, что у меня больше не получается. Я думаю, что для меня это слишком. А я считаю, что будет лучше, если ты продолжишь. Нет. То, что было вчера и что еще будет... Больше не получится. Ты хочешь покончить с футболом? Да. Больше ни одной игры? Нет.
У тебя есть команда? Нет. То есть, я не знаю. Чего ты действительно хочешь? Я не знаю. Йонатан. Футбол. Вот именно. У тебя талант, парень. Лучший полузащитник в команде. Таких просто так не выкидывают. Я боюсь, что я не справлюсь. На поле и вне его. Ты молод, Йонатан. Не ломай себе голову. А сейчас разминаться. Мы скоро начнем. Я думаю, что я не справлюсь. Я считаю, что у меня не футбольный типаж. Если я сейчас... А потом придут другие... Эй, успокойся. У меня считается то, что происходит на поле, а не под одеялом. Я бы сказал, что это в футбольных организациях сейчас одна из самых больших тем, которые требуют разработки. Это одна из тем, которая до сих пор не сильно активно обсуждалась на стадионе. Но я думаю, что сейчас эти темы поднимаются в прессе вне стадиона. Если он играет в футбол, то мне абсолютно все равно. Не имеет никакого значения. Вообще не представляет проблемы. У меня нет проблем с тем, что общество сегодня идет вперед. Релиз сайта gaytracker.ru. Перевод «Лапа Киллер». Озвучивание Кирилл Иванов. 2016 год.